Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Брестскую область, в том числе предприятие «Гранит», где строят новый горно-обогатительный комбинат. Планируется, что президенту продемонстрируют работу интеллектуального карьера, где с использованием технологии 5G работает белорусская беспилотная техника «БелАЗ» и роботизированные трактора МТЗ. Национальная авиакомпания «Белавия» возобновляет рейсы в Алматы. Полеты из Минска будут выполняться 16 июня 2 раза в неделю, по средам и субботам. Обратно по четвергам и воскресеньям. Время в пути – 4 часа 50 минут. В Беларуси зарегистрирован «Спутник Лайт». Это однодозовый препарат. Параметры вакцины позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28-й день после прививки. Ее рекомендуют людям, которые уже переболели коронавирусом, в том числе и в бессимптомной форме. Минск-Транс с этого дня возобновляет автобусные маршруты из Минска в Москву через день, а также Санкт-Петербург. Рейсы будут ночными. Стоимость билета около 45 рублей. Отправление от автовокзала «Центральный». Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в нашу страну 11 июня. В первый рейс состав отправился с белорусского вокзала Москвы в октябре 2020-го. За время работы экспозицию посетили уже порядка 92 тысяч человек. Интерактивная выставка основана на эффекте присутствия.